должны в течение 30 дней покинуть территорию Латвии. В противном случае вам грозит принудительное выдворение. Такие письма начала рассылать латвийская миграционная служба тем гражданам России, которые не смогли сдать экзамен по латышскому языку и продлить ВНЖ. Речь идет об уровне А2, это бытовой разговорный латышский. Тему тут же подхватили российские государственные СМИ. Их буквально выдавливают из Латвии. Тех российских граждан, кого пока не выдворили, ждут проверки и суды. В латвийском правительстве отвечают, требования одинаковы для всех иностранцев. Тема языковых экзаменов активно использовали и местные политики, особенно перед выборами в Европарламент. Не получила российскую пенсию, а седьмого, еще неизвестно, получу я латвийскую или не получу. Не получите, у вас аннулирован вид на жительство. Да. И что я буду делать? Конституционный суд Латвии признал языковые требования законными. Valsts būtībā ir izveidojusi mehānismu, kā tā var pārliecināties par to, vai šeit pastāvīgi dzīvojošie Krievijas Federācijas pilsoņi ir tādi, kas nerada apdraudējumu Latvijas valsts sabiedrībai. Миграционная служба Латвии выписала 63 уведомления о выезде из Латвии. В 9 случаях было исполнено принудительное выдворение. Saka, ka ir ticējuši politiķiem, ka satversmes tiesa pieņems pozitīvu lēmumu, tas uz viņiem neattieksies. По данным миграционной службы, больше 85% попадающих под новые законы о миграции либо уже сдали экзамен, либо учат язык и получили временный вид на жительство в Латвии.